Здравствуйте, уважаемые девочки и мальчики, с вами снова любопытный геймер Рыжик, и мы играем в замечательную детскую игру Resident Evil 6. А сейчас выбегут телепузики. Телепузики были уже, всем привет. А телепузиков мы убили. Уже. А, это был Дипси или Тинки-Винки? Кого мы сейчас... Тинки-Винки сейчас вылезет, подожди. Нет, нет, это не Тинки-Винки. Все четыре телепузика мертвы. Скотина, я думала, он до определенной точки добежит и все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ползти, ползти. Не умирать. Да нет, мы умрем. Я заворачиваю как. Скотина. Подожди, значит... А, знаешь, куда надо, наверное, отходить? Только не говори, что мы сейчас телепузика будем долбить. Да-да, Тинки-Винки. Тинки-винки! Блин, ну вы издеваетесь. Короче, надо вот сюда просто забегать, когда этот хрен выбегает оттуда. А, погоди, нет, это не Тинки-винки, это Гейб Ньюэлл. Опа, я мимо прокричал так. Слушай, а может ему в голову стрелять? Я в пузо просто целюсь, прям в пупок, а вот в сиську попала. А, чувак, чувак, ты, прекрати, ты что делаешь? Ты что делаешь? А он теперь отсюда не выпустит. Или выпустит. Что это? Там мы же разве спросим? Да ты... Да, ну накорми ты его. Чё такое? РБ же. Блин, а чё такое? Я не могу... А, у меня же это... Полная жизнь. Фу ты, я нажимаю, хотела тебя покормить. И ты еще так замолчал, я думала, что соединение прервалось. Не-не-не-не, не надейся. Нет, я как раз испугалась этого момента. Так, телепузик пропусти. Да, да, мы вкрас. Ты толстый. На тебе ухо. Ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Хей, толстый! Да сдохни, ну. Гейб Ньюэлл, будь ты... Трижды не ладен. Хватит, выпусти Half-Life 3. Мужики ждут. Ох, как ему в глазик-то прям. И во второй глазик. Гейбушка, скидки на Steam, скидки. Новая шапка про Team Fortress 2. Так. Сдохни, сдохни, скотина, сдохни. Tell me you didn't jump down that chute. Ой. Дробомет. Граната. Давай, давай, и отбегай, отбегай. Ой, в меня-то зачем? Блин, отбегай, сказал я. Так я отошла, он пробежал, и я вышла, чтобы в него стрелять. А, сейчас обоих нахрен. Ой. А ты еще и так умеешь? Да стой. Че, стою? И что произошло? Что-то изменилось? Таблетки я ем. Стой, 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 не ходи туда, дай я отдохну. Так тут еще нет пока никого. А, ну тут просто сундук с конями, что ли, да? Да. И здесь трава какая-нибудь там или нет? Нет, ничего. Пойдем? Чё-то как-то плоховски. Тут сейчас выскочит кто-нибудь, да? Блин, я, пожалуй, оставлю эти патроны на потом. Да, он сейчас выскочит. А может не надо, а? Блин, что-то... Я что-то какой-то нездоровый. А, отвали. Ой, бежи. Пойди в жопе, не? Да, блин, ему пофиг, ему надо в зад стрелять.
давай, давай, долбанись башкой своей. О! О. Надо подходить и мочить его быстрее. На. Блин, он так плохо встал. Опа. Блин, он опять в броне. Он ее что, отращивает? Не знаю, там надо сзади стрелять. Блин, ну ты говна кусок, слушай, а? Он бежит. Давай пробегай. О! Стреляю задом. Отлично. Теперь в эту херовину. О! Все, да. Мастера! Офигеть, у меня было 117 патронов, теперь 16 осталось. Мастера! Мастера. А, все, их, по-моему, больше не будет. Пока что. Мастера художественные лазеры. Ты чё пинаешься? Как бы так тебе и надо, еще надо было добавить. Гранату кинул. Эмблем разбил? Как раз на такой случай, что? Эмблем разбил? А я так ножиком ее, ножиком. А я дура, блин, стрелял. А у тебя этот арбалюн есть? Ну да. Ну конечно, а меня забыли. Ну да. О, зачем нет, ты опять что ли эти? Да. Мухи, цикатухи гребаные. Причем здесь, по-моему, ой, будут няшки вот эти, с которыми мы сейчас дрались. Толстуны-то? Да. Не толстуны, а вот эти бронированные. Я не помню, мы когда за Леона играли, просто зомби были, да? Да там даже и этих мух-то не было там. Здесь мух не будет. Здесь будут все бронированные, вот они все повылупляются и будут за нами бегать тут по всей этой локации. Слушай, ну я не знаю, может быть это, конечно, глупо прозвучит, но это, по-моему, лучше, чем мухи. Ну да, от них хотя бы так, ну, поворачиваться можно. Я их адекватно вижу. То есть и границы существа я вижу, то есть... Это, по-моему, не так упорно, как... Ну да, эти. То есть куда стрелять, в принципе, понятно. Вот, короче, в проход не проходи пока что. Хорошо. Сейчас мы вот эти вот ящики... Да? Ты там оружие все перезарядил, да и ко всему готов вообще. Как? Я ни к чему не готов. Я лошара. Не трогайте меня, не убивайте. Убивайте, ну, поехали, аду. Что ли? Убивайте аду. Блин, я не успел. А в этом не важно, да? А, не знаю, но ты же не хочешь мне... Ха-ха, она не закрылась, дверь. Да, блин, мимо. Есть. Готов? Да. Еще где-то вылупился? Еще пока нет, да? Где-то сейчас будут вылупляться. Вот этот, наверное, да? Нет. Ну, логично вообще-то. А, вот, смотри. 3 метра. Ой, он подходит. Дверь сломал. Оп! Твою! Чё ты там забыл? Я его не видел. Я ж тебе сказал, дверь сломал. Так я его в дверях искал. Там же написано, там, 3-2 там, метра. Вот что мне нравится, что они там лазят пока там все. Давай сзади его, сзади. Блин. Сейчас. Он опять простил броню. Все, сдох. Смотри, еще идут. 24 метра один, второй 14 ага. метров вот здесь рядом. Сейчас, блин, сейчас сразу два будет. Сейчас, да, вот. Смотри, а то может побежать. Бежит, бежит! И второй. Граната. Ага. Блин, блин. А, вот эти не вылупятся тут сейчас у нас за спиной. Беги оттуда. Так, один. И второй. Вылупляется. Вылупляется, да? Да, ага. Да, вот прям тут.
Сзади никого там нет? Нет. Отлично. Сейчас будет Грена. Ну подожди еще, он пока не вылупился, ты же. Блин. Это... Тихо. Ты давай. Все, готов. Все? А как-то мы его грохнули, он даже задний панцирь нет. Не слетел. Да, 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 не слетел задний панцирь. О, все. Фига себе, фига себе, фига себе, мы крутые. Ну, это как-то проще, да, чем с мухами, намного. Не-не-не, намного. Мухи намного это просто. Проще. Мухи зло по-любому. Так, здесь у нас. Я, а я Дарт Вейдер. Оба. Ну да, Леон. Где? Леон это использовал. Эй, а ты где? Наверное, не стоит это трогать. Вообще не знаю, где. Осматриваю достопримечательности там. Да что тут примечательного? Тут из примечательного только я, как Дарт Вейдер. А, кстати, смотри, тут нельзя даже вниз спрыгнуть. Хотя вот эта вот штука открыта была. Я знаю, да, я помню. Посмотрел уже. Там все закрыто. Так, а тут я помню, какие-то унитазы были, можно было там копаться. Да, в унитазах. Нет, а мы вот отсюда же пришли, Леон, с Хеленой, видишь? Там заперто. Заперто. Ну да. It's locked. Главное, как это, они так прошли, они за собой дверь закрыли на ключ, круто. А, ну вот они смотрели эту запись. И волосы чистые и уложенные. Что-то она зеленая вся. В соплюхах. Фу, гадость какая. But isn't it you on this tape, Ada? You're the one behind Neo Umbrella. I... don't know what you're talking about. Simmons would never be foolish enough to show his cards. He and his family want one thing. To stabilize and sustain the system they've created. But you... you want to destroy it. And the world will blame you. If she wants a game, she'll get one. With the real Ada Wong. An old friend, Simmons. Ada Wong. Ada. Let's ditch the pleasantries and get right to it. That little doppelganger you brewed up just told me she has her heart set on destroying the world. What? Looks like the race is on. Let's see who comes in first. А, мои руки. Их чуть не оторвало контроллером. Ты понял? Не совсем. Какая-то вторая Ада Вонг, прикрываясь личностью Симмонса, связывалась с настоящей Адой Вонг. Она ее подставить, да, пытается. Спихнуть на нее все. Это же она ракеты запустила в Китай. Клонируем Ада Вонг? Клонируем, да. Она все там, блин, козни строит. А, видишь, Симмонс, он как бы...
офигел от того, что Ада сказала, что это собирается там мир разрушить. Ой, может, Китай? This is Alpha Leader. I need a location on Ada Wong. This is HQ. We've got the location for you. Ada Wong has left the city and is heading south for the harbor. Лохи. Ненавижу эту локацию. Действительно. Серьезность. Помнишь, вон там стояли где-то, или вот тут, вот чуть повыше. Короче, где-то здесь они стояли, этот Крис с Пирсом. Они только ушли, и Ад, вот она, прям за ним же следом. Ага. Там нет ничего. Они тут еще вспоминали. Да, и, да, и да. Был уровень про обманутых вкладчиков. Как я их называю. Тут, кстати, сейчас это, ну, как обычно все будет. Бегуны с мачетами. Да, ненавижу вот их, если честно. Обычные зомби круче. Круче. Зато у нас не будет змеи. Удачи Крису с Пирсом. Ну да, змея не прикольная была. Ой, помнишь, площадка? Кстати, можно кататься на ней тут. Сейчас. Хочу на панду залезть. Я безымянный агент, но я хочу на панду. У меня приступ в детстве. Я впал в детство. А, ты не можешь ничего сделать. Тут просто перепрыгнуть можно. Все. Да что за нахрен? Ты даже, по-моему, тут не можешь ничего сделать. И Ада, кстати, тоже. А, нет. Ада может, смотри. А ты не можешь. Ада может. Знаешь, как? Может, что просто вот так вот беги, и потом вот так хоба, и ты съедешь на жопе просто. Как? Пирс же тоже не мог кататься. А, нет, мог. Просто бежишь, и вот так вот, хобачки. И вот так вот это что? Ну, короче, смотри, ты же бежишь какая? Просто левый стик вперед, и А, да? Ты просто бежишь. А чтобы сделать подкат, нажимаешь левый курок при беге. А, ну да, точно. Вот, и так можно, короче, скатиться с горки. Сейчас. Ну-ка. Давай, сейчас. Ну, попробуй. Ну, попробуй, ладно, ты. Так разворачивается неудобно. Ну да, с прицелом можно. О! Ей! Я катаюсь на горке. Что я застрял посредине? Посмотри на картину. Ты что делаешь? Смотри на меня. Я смотрю, как Ада на жопе съезжает с горочки. Вот тот из горочки и скатился. Наверное, Ада там пришла. Хватит играть в этого доктора Хауса. Я его, правда, ни разу не смотрел. Что ты делаешь? Перестань, бедная панда. Я не мог на ней кататься, я сделал все, что смог. На что хватило фантазии. Ну, нам не сюда. Вот, кстати, они же прошли, они машину сюда не ставили. Она сама подъехала. Вообще трудно. Это машина-робот. Кью! Индейцы зарастил группа. Ой, наши старые друзья. Ты готов? Так я же тебе стрелку пустила в глаз. Ах ты падла. Стрелочница. На, блин. Оба. Ништяк. И так будет с каждым. Это предупреждение, да? Такое. Ты пол. Так. Ваш мендеры. О, бегут. Блин, они уже с лапами. Блин, меня бесит это дребезжание моей любимой. Они уже с руками. Ой! Тихо! Что-то я как-то не подумала. Совсем вообще не подумала. А, твою за ногу. Так, один ушел. Нет, он не ушел. Блин, мимо. Гребаная личинка, а? Все? Да, отлично.
Так, ну у меня появилось немножко на пистолет. Патреон. Слушай, а тут есть что-нибудь обшарить там это? Ну, тут где-то есть ящики, но, блин, я, если честно, не совсем помню, где они. А, вот они. Один. Тут стрел О. сейчас будет мне. Патрончики. Немножко. Хорошо. Так, а здесь у нас ничего нет? Надо посмотреть по-любому. Блин, а. Я сейчас свой компьютер выкину в окно. Давай. А я буду слушать. Ты там что-то уже хомячишь. У меня просто видеокарта дребезжит, и меня бесит этот звук. Так ты же новую себе купила. Нет, не купила. Я лошара, у меня в материнке разъем старый. Поэтому новая не пойдет. Тебе надо новый комп. Она пойдет, но будет на 80% только работать. А мне это не надо. Ой-ой-ой-ой-ой, вы чё? Я так вообще не это, идите в жопу. Все. Да, есть. Вот это было комбо. Я его с ног сбил, а ты его добил. Оба, молодец, красавчик. Вообще, это да, я такой. О, стрелы. Ну, это меня интересует. А, это что-то тут кони. Если бы я их хотя бы метать мог. В глаз так кому-нибудь. Ну да. Да блин. Так, тут кони. А, тут где-то должен быть спрей. Спрей! Ёлы-палы. Так. Спрей бы, конечно, был бы хорошо. Не, подождите, ребята, подождите. А что ты нагло-то какой? Я там еще не все собрала. Воу-воу-воу-воу-воу. Что, не хватило, что ли, блин? Такая так. Крутая, да, такая, блин. Уработали, короче. Так, подожди, тут, по-моему, а, смотри, вот все. Тут еще ящик стоит. Зашел. Ой, тут еще тоже. Где? Ты без меня ящики не хомяч. Не, я жду с тебя стою, где разбила. Где? Вот здесь вот. А. Че там? Мне интересно. Кони. Ну, у меня там патроны были. Так, вот здесь я была в этой палатке. Здесь тоже. Вот смотри. Вот тут вот подальше. Вот здесь вот. Ничего нету. Да, сейчас иду. Да блин, опять я в ларюк забежала. И там еще стрелы есть. В магазине с этим, со шматьем. Вот там прям по курсу, да. А, вон вот там, я. Да. Да, взрывные, отлично. Жалко, я не могу взять. Ой, сейчас же эти будут. Херовины, которые шипами стреляют. Какими шипами? Мы не договаривались ни про какие. Слушай, шипы. Слушай, здесь где-то должна быть эмблема, а вот где, я не помню. Спрей. Света-спрей. Я нашел спрей. Да, мне кажется, что эмблема где-то сзади осталась. Спрей бери, спрей. Да где он? Да блин, а, все, вот. Вижу, да. Распродажа, $35. Это Гейбушка постарался. Ну-ка, погоди. Я хочу... Просто убедиться, что мы эмблемку не пропустили, потому что она где-то сзади должна быть, то есть с левой стороны. Да, чего мурт с ней уже? Че? Эмблема. Здесь нету. А, здесь я перепрыгнуть не могу, да? Зашибись. А здесь патрон еще есть. Здесь тоже нету. Значит, она там будет дальше. Что тут ее нет. Суета. Вот бегу. Здесь вот патроны есть. Но они не пропадут, они просто лежали на столе. Только пачка патронов. Только рюмка водки на столе. Иди собирай свою водку. Крутая песня, кстати. Про рюмку водки на столе. Не провоцируй меня на критику. Подожди. Ну подожди же. Ну подожди. А, это мы же здесь были уже. Были раза я три. Я что-то запуталась в этих, блин. В ногах. Ларька. О, сейчас тут будет этот. Которого надо совать. Которого надо прессовать. Фарш. На фарш надо пускать, да? Которого. Шипастый. Кия! Ой. Идите вы в баню, вы охренели. Хрена себе, они тут садят-то, а. Все, вот он и превратился. А вот этого надо мочить. Блин, он рукастый теперь.
Ой. Ой-ой-ой. А-а-а. Ай, все. Да блин. Я уж думал, что ты все всекаешь. Я уж ломанулся, наплевав на все. Где эта дура? Точнее. Ай! Ай! Скотина, а! Беги! Беги, сейчас будет плеваться! Ай, блин! У меня лечило... А, есть только спрей. Короче, надо знаешь, что делать? Надо от нее сразу убегать и валить ее там, на открытом месте, сзади. Блин, если бы я не ломанулся тебя поднимать, я думал, ты так сказал, и все. Блин. Стрела. Пять. Что, делаем все быстренько, да? Да. Ну, мы постараемся, по крайней мере. Kind of так, идет один. Да дура, чё ж ты? Так, и ты умирай. Ага. Ты, хопа. Что у нас здесь? Ничего. Ничего полезного. Тирин. Бум. Ничего интересного. Ой, блин. А здесь ящик. Ой. Опять. Что-то я этого не видел. Сайгаки. Ты как это был уже, по-моему? Или это просто было по-другому? Чё-то как-то я его ты красиво работал. Ага, отлично. Так. Too bad I can't enjoy a night on the town. Ай, блин. Ящик разбил. Ага. Не хочешь ли ты поживиться его внутренностями? Да, да, да. Патроны для винтовки. Никогда не помешают. Лошара. Не-не-не. На, лошара. Ой, а чё это воняет? Да чёрт их знает, чё они тут воняют. Не помылись, блин, видимо. Развонялись-то, развонялись. Спрей. Где там по 35 копеек? Спрей по 35 копеек, блин. Так. Может, туда гранату бросить? Ну, это вариант, да, кстати говоря. Чё, готов? Да. Оба. Ой. Эй. Кусочки. Крут накрыло. Кусочки. А, живой один. Да падла. Вот он сейчас как раз и превратится. Да, и я тебе советую спалить отсюда чертям назад. А, ты не хочешь? Ты хочешь не так потанцевать? Лошидзе. Ну вылазь, вылазь ты, печка. Ага. Блин, скотина плюется. Ну ты где? Ты куда ты стреляешь? Ой, плюет. Откуда он взялся здесь? Прибежал. Ты что, не видел? Он же на тебя прям бежал. Не, он вообще у меня не отображался на экране. Он у меня получилось, что он телепортировался. Охренеть вообще. Где он? Он там, сзади. О-о-о. Сейчас мне надо стрелять. А он сдох. А чё он так быстро помер-то? Вставай.
Ты чё? Ты чё, рукавом зажёвывал, что ли, или чё? Ну, он чё-то какой-то отравленный валялся. Он вонючий просто, да, очень. Ой, бедняжка. Нет бы помочь, а она тут. Чё ты там рукавом? Ещё бы пнула сапогом в живот так. Ну чё ты разлёгся-то, вставай, скотина-то. Чё ты такой небодрый-то, а? Ну чё ты прям из меня такую стерву-престерву делаешь? Я же не до такой степени, я только наполовину. Нет, не до такой? А, вот сейчас будет это, тут там. А, паучки, что ли, или что? Эмблема. Сейчас тут будет жопа. Бэмблема. Готов? Нет. А надо? Да, готов? Нет. Я никогда не готов. Кто там? Да вашу мать, ну почему меня выкидывают в какую-то непонятную жопень, а? Я туда не ходил. У нас проблема, а уже нет. Улиточка? Вон эмблема. Где? Пойдем со мной. Пойду я туда. Ты меня плохому научишь. Да ладно. А нет, я ножиком лучше. Ножиком? Вжик-вжик. И не мужик. Вжик-вжик, больше не мужик. Ой. Так, что там? Интересно, что-нибудь есть? А, опять эти козлы. Ой, кто-то мутирует, я прям слышу. Я прям ой, чувствую. Это уже херня это бегает. Да, они сейчас все мутируют. Какая еще ня? Неужели опять плевалка? На колени, скотина. Блин, точно плевалка. Плевалка. Где она? Ой! Блин, прям почти в сиську. Ну где он? Он сейчас сюда прибежит, будет по крышам тут носиться. А может и нет. Этот гондольер где-то там внизу. Блин, в жопу хотел ему стрелять. Чё, помер что ли? Я бы не надеялся, да? Хрен там. Вон он. Есть. Ха-ха-ха. Да не, он живой. Вот теперь нет. Все. Класс, моего. Там сейчас еще один выйдет. Так это ты его. Я в него пару раз, наверное, попал. Может. Ну и что, я, по-моему, раза 4. О, тут патроны. Команда газа дана для всех. Ой, там по мне уже кто-то стреляет. А где патроны-то? Да здесь вот я стою. А, вижу. Вижу. Я не хочу их заново проходить. Да... Собака, скотина, сволочь, падла. Блин, а можно как-то их обойти с фланга-то, а? Лучи в яйца. Почти, правда. Укромный уголок я нашел. А, он сейчас же это. Ну да. Он превратится вот, дальше. Ну что, пора валить отсюда. Какашкин сын. Я тебе не буду мешать, там что-то. Постреливай. Так. Нормально. Как там дела? Ой. У тебя все хорошо? Ой. Нет, плохо. Все плохо. Он с тобой. А, нет, он наверх полезет. Блин, я не успеваю. Где он? Есть. Одновременно. Тынь-тынь. И все. Какашкин сын. Как? Лежать нафиг. Как? Алкашкин сын? Какашкин. А, да вот, помнишь, смотри, помнишь, когда Пирс с этим вышли сюда, как раз вот они тут превращались-то вот тут вот. Кто? Только вот здесь вот, ну, блин, они... А, это не здесь было, это там. Еще один, ну, ай, вашу мать. О-оу. Оу. Блин, стрелу мимо. Тут надо брать что-то посерьезнее.
ты чё? Ух. Нет. А. Есть. Собака. Ненавижу этих тварей. Ненавижу. А ты там где спрятался? Я тут воевала с ним. Я там в него эти садил снайперюги. По-моему, мы сейчас будем на автобусе кататься, нет? А, нет, подожди. Ох, я даже не знаю, что взять, у меня нигде патрона нету. А знаешь, что я придумал? Что? Что нам нужно серию как-то завершить. Да ладно, серьезно? Да-да-да. Вот, и так что это... Ждите продолжения, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Вот, мы позируем мощно. Да-да-да. Хыщ! О! Вернись, морда! Вот так, всем пока. Всем пока.